Hey, okay, с вами Шинки, и мы продолжаем проводить игру под названием Гардероб. А я также продолжаю немного со звуком, так сказать, экспериментировать. Думаю, можно все вернуть обратно. Я, короче, здесь еще увидел пасхалочку, да, когда мы закончили. Я уже в конце потом заметил, но забыл ее упомянуть. Это вот эта вот игрушка на заднем фоне. Это у нас Тоторам. А чудный зверек там из одного, так сказать, мультсериала, в скобочках, аниме. Ладно, мы с вами в городе. У нас есть с вами карта, но у нас здесь еще с вами какой-то маяк. Скорее всего, это берег будет. Кладбище. Парк развлечений. Здесь еще какие-то... Много всего у нас еще, пипец. И это будем мы с вами изучать, поэтому погнали, так сказать, в дом. О, просто не входя, у нас сразу есть еще две отсылки, которые могу сразу увидеть. Первое, это аниме, это похищено призраком, если я не ошибаюсь. Это когда про девочку и родители, которые превратили в свинью, и она искала способ их, типа, вернуть обратно. А дальше это у нас из... скелет про какое-то Рождество, я не помню, утерянное Рождество. Я не помню, на самом деле, этот мультфильм, как он там называется. Ну, кто помнит, может, напишите. Понятно, Франкенштейн, но это такое. Так. Аквабербек. Exactly, а, он не like о чем-то умном на вид. Чё ты так думаешь? Эй, друг! Чё ты на меня заткнулся? А то я и тебе все дерьмо выбью, пожалуйста, не радовался. Bullying tendencies and a clear deficiency in basic language skills. Another point for skinny. Еще одно очко в пользу. Что тебе надо? А почему ты такой злой? Why are you so angry? Наверное, закрыто. Наверху закрыто. Мы не можем делать ни дон с моей девушкой-блондинкой наверху. Given the circumstances, в сложившихся обстоятельствах я переведу для тебя. Комната наверху занята, поэтому мы с моей девушкой не можем найти место для уединения. Первое, наверху лишь лучше. Почему же дверь закрыта? Там этот тупой Джонни Блондиночки и его шаловки брюнетки. Не ошибка, у моих блондинок Джонни заперся в ней комнате с нормально распущенной темноволосой девушкой. Должно быть, это тут довольно знаменито. Плохо дело, да? А почему ты не можешь мне... Так, утащить шкаф со свалки? Почему ты не можешь мне утащить шкаф со свалки? Слушай, если бы ты и так не можешь поднять наверх, почему бы тебе не помочь мне перекинуть мой шкаф? Выкуси. Вкусный отзыв. А что если я освобожу вам комнату? Чё... Че бы нет. Давай тогда так и договоримся. Ладно, особо не двигайся, и я не сильно переставлю к девушке, пока меня нет. Я не пью перчанский. Ага, словно. Я не пью. Пойду-ка я. Ладно, чё, ребята, отправляемся, всё-таки посмотрим, что у нас там внутри. Сколько там будет пасхалочек. Блин, эта игра просто состоит из пасхалок. Мне она очень нравится. Вот. 28 дней, 6 часов, 42 минуты, 12 секунд. А тогда-то начался мир. Инвалидное кресло. Кажется, кто-то тут хорошенько так напился. И почему игрок такой идиот? И хорошо, что мои ноги еще ходят. Ты думаешь, будто... Ну, смотрите, тут уже я сразу вижу пасхалочку вот этого мужичка. 28 days, 6 hours, 42 minutes, 12 seconds. That is when the world will end. Это у нас, если что, Морфеус. А Фрэнк, не знаю, этот мужик из Матрицы. А дальше еще две пасхалки. Это медведь Педобир и робот-диджей. I'm here. Come. Come closer. Что еще здесь у нас есть? Ну это настоящее, это похоже, даже на костюм не похож. Days, hours, ладно, ладно, Фрэнки, в чем дело? Он не выглядит очень располагающим. Тогда-то нашел миру придет конец.
Извини, ты меня звал? Sorry, were you calling me? Are you Donnie? Ты Донни? My name's Skinny. Меня Скинни зовут. Мне казалось, что тот парень немного того, но... А зачем он тебе нужен? I know it's none of my business, знаю, что это не мое дело, но могу я спросить, зачем он тебе? Ты Донни? Я же сказал тебе, что меня зовут Скинни. Тогда не поймешь это. How can you be почему such a bastard? Урод? I can do anything я могу делать все, что so хочу, как и ты. А не скажешь ли, кто... А что ты там говоришь? Can you tell me what you keep saying? Бред, который мне нужно говорить, чтобы привлечь бешеных. Говорят, он любит, когда бред несут. Попрыгаю мышеловку. Ты не смешной. А кто сказал, что я стараюсь? Так, у вас тут так весело? Really я думаю, что тут ужасно скучно. Очень громкая музыка, люди танцуют или пивом. Фу. Так оригинально, да? А чем тут у вас еще можно заняться? Here, мне нравится более спокойное место. На твоем месте я бы пошел к другому рассвету. Я даже видел там психа, который утверждает, будто... Ты веришь в путешествие во времени? Даже не знаю, когда об этом не думал. Мне кажется, что это все бред. Опа! Зачем ты надел этот костюм? Глупый костюм зайца. А зачем ты надел этот глупый костюм скелета? Вообще-то я... Забудь. До скорого, плебейские. До скорого, ленские. Что? Так, нам что-то в карту добавили. Еще одно... Вау, у нас еще две локации, ребятки, с вами. У нас есть куда с вами, так сказать, пройтись. Морфеус. Должно быть, это очень боится света. Почему у него фобия света? Good evening. Добрый вечер, как дела? My name's Skinny. Меня зовут Скинни. At last. Наконец-то. Добро пожаловать в мою... Проходи, садись. Полагаю, ты заметил, что у нас только один стул, да? Понимаешь, должно быть, ты привел последние годы в поисках меня, но я искал тебя всю мою жизнь. Вообще-то мы только что встретились. А не то, чтобы я вас заражал, но не думай, что ты меня заводишь. Это твой последний шанс. После этого пути назад не будет. А спасибо, но я отважусь, пойду по своим делам. А что случится с вашими глазами? Ничего. Я знаю, зачем ты тут, Скинни. Я знаю, что ты делал. Этот вопрос привел тебя сюда, ты знаешь этот вопрос. Так же, как и я. Стекла с блиском без дужек. Лиминирование издания. Почему ты заговорил цитатами ответа где-то там, в Скинни? Они невообразимо круты. Так что, кажется, вы не очень-то веселитесь. Ты правда хочешь знать, почему? Да, очень хочу это знать. Помни, я говорю только правду. Ничего больше. Давай же, говори уже. Я забыл мою таблетку. Таблетку? Мою голубую таблетку. Уверен, вам бы не помешало расслабиться. Что вы тут делаете? You should really try to relax a bit, if I may. Ты уверен в судьбу, Скинни? Да, я верю. Here we go again. Вот опять за 25. No, нет, I don't. Не верю. Answering with something отвечай так, чтобы for a change? Не просить простуду. Почему ты не веришь в судьбу, Скинни? I don't like the idea мне ошибка нравится думать, что это было рождение, только чтобы уверить в счастливом начале переходного возраста. И у меня даже не было времени попробовать все дела, если уж честно. А что вы тут делаете? Это не важно. Давай лучше я расскажу тебе, зачем ты здесь. Ты здесь, потому что ты что-то узнаешь. Ты не можешь этого объяснить, но чувствуешь это. Твою жизнь все ощутила, что мир не в порядке. Странная мысль, но ее не отогнала. Это как она называется в мозге, она сводит с ума. Прошу, иди и сними тёлку, как и все нормальные люди. Вот увидишь, все эти мысли как рука снимут. Не могу. Точно, голубая таблетка, все дело. Так, мне и вправду пора бежать. Пока я не... И все мы обречены, если хотя бы один из нас не останется в здравом смысле, так ведь? Так, там еще с диджеем можно было взаимодействовать. Это скорее может быть отсылочка, но я его не знаю на самом деле. Чей? Я ошибаюсь, или это тот пришелец? Посмотри на дедушку. А мои поздравления, отличная музыка!
I don't think he can hear me. Слышит ли он меня. Так, окей, у нас теперь два варианта, куда мы можем именно здесь пойти. А первый это на кухню, и второй вариант это наверх. Давайте, о, еще бочка, как с пивом. Пиво! What else do you need to know? Что тебе еще не хватает? I can't walk around with a keg of beer on my back. Я не могу ходить с пивом на спине. I'd rather find лучше найди меня в другую систему. Perhaps it's а, может хватит уже надо начать напиваться. Вообще-то я сегодня не пил. Да. А у нас есть кружка, подождите. А, стоять, у нас есть стаканчик. Опа. Опа, сколько тут отсылок. Сейчас стоять. Я хочу еще на всякий случай взять. Три кружки. Поехали, ребята. Жена Франкенштейна. Это у нас балаганчик. Это у нас отсылка к игре про театр. Там мы играем за котов. Выиграем всякие испытания и все в таком духе. Охотники за привидениями. Ну, это понятно, что Иисус, Иуид, Иуда. Который предал Иисуса, если я не ошибаюсь. Так, у нас еще есть проход. Sort of довольно неожиданный сюрприз христианства сейчас заметно подменилось в моих глазах. Что? Я вообще-то хотел отойти, но ладно. So не стоит этого отвлекать, у меня нет... Кроме того, я уже давно в него не верю. Подожди, то есть он просто нас кидает, да? Иуда. А это типа с помощью силы своей. Давай, летающий. Иуда. Я не знал, что он еще и... Очень странно, что Толкин иногда не упоминал его... Что? Адепт Саурона. Иногда упоминал его в своих книгах. Оставлю их за игрой в бинг-бонг. А вот... О, у нас еще есть отсылочка к Тетрису, но это не точно на самом деле. Ага. Давайте смотреть внимательно. Раз отсылка. Два отсылка. И все, поехали. Первая отсылка. Это у нас птица из Angry Birds. Второе. Вторая отсылочка. Это у нас мухи. А мухи у нас мигают. Это у нас отсылка к Айзеку. Так, перечили. Ты знаешь, что птицы не чувствуют остроты? A little focus вот moment. Я имею пол. Так, давай возьмем перец. It's been slung directly into the oven. Ее ментула аккуратно. Eventually you end up like sweet and sour pork. Что? Как свинья? Eventually you end up like sweet and sour pork. Геймбой. A historical video gaming relic. Игры индустрии. Literally. Буквально. Even if my social даже если участвовать в моей социальной жизни не такая активная, как раньше, не думаю, что готов. Так, что-то мне доказывает, что он больше не работает. И проблема тут не в батарейках. Из-за тебя я получил так много плохих оценок. Китайская еда. Надеюсь, я бы доставил не в такой виде. Кстати, черви в моей теле не самая здоровая идея. Нет, спасибо, я не голоден. Думаю, тебе срочно нужно отдохнуть. Так, ну, в принципе, ага. Абсент. Почему ни один не заварная ночь не началась со сразу? Я хотел скушать... когда вдруг... Опа. Так, хорошо. Вес сколько здесь всего? Летучий голландец? Это у нас отсылочка, ребята, на пиратскую легенду. Типа, летучий голландец это морской... Этот. Ладно, не суть. Watch the ceiling fan. Watch the ceiling да вы только посмотрите на... Watch the ceiling fan. Вентилятор. Как он быстро горит это. Don't have too much не ошибка, fun там up there, веселится старичок. Ловушка для призраков. If I still had если бы у меня lands, до сих пор был основной железо, right то мне бы понадобился ведро. Не думаю, что эти двое будут этому очень рады. А, по слизи можно понять, что там слизник, слизняк. Если я захочу направиться привидение на районе, то подумаю еще раз. Не думаю, что они могут меня слышать. От этих волос эти
Уайтских, что? Уайтских правильно. Зависти. Побледнеет от зависти. Why do you drink зачем all that ты пьешь столько чая? Я сплю только 14 минут, 14 минут в день, у меня куча времени для работы. А последний раз, когда я видел, чтобы кто-то так надевался, была с тем ручесом отца Рональда, она кайлась на ушин. Игон, расскажи ему о твинке. Оно пропало, упало в чай, пока я... Что? Я имею в виду большую. Это засекреченная информация, ты же знаешь. Тебе бы уже достаточно пить на сегодня, пока весь этот кофеин не ударил мне в голову и не сбил мысли в... Что-то. Мексиканец. He's lucky that alcohol induces sleep. Ему повезло, что он алкоголя не пил. He's lucky that alcohol induces sleep. Что? He's lucky ему that повезло, alcohol induces sleep. Он алкоголя. He's lucky that alcohol induces sleep. Меняет. He's lucky that alcohol induces sleep. Пьянет. Пьянет. He's lucky that alcohol induces sleep. Блять, что? Мянет. He's lucky that alcohol induces sleep. Оттянет, блять. Жена Франкенштейна, да? I remembered her а я different. Помню ее другой. First of all, во-первых, она мертвая. Напоминаю тебе, что в этом единственный раз, когда она говорила, сгорела вся лаборатория. Ты все еще хочешь с ней поговорить? В этом костюме он выглядит как посыльный. Эй, парень, попытка удачи в нашей механической рыболовке. Правила просты, нужно выловить хотя бы одну рыбку из бассейна. Легче легкого, да? А теперь я вспомнил, почему ненавижу ярмарки. Удочка точно с секретом. Потому что, наверное, это не магнит, блять, обычная монета. Так, у нас тут ничего такого. Ладно, пойдем сюда. Посмотри-ка, у нас гости. Добро пожаловать в мою мрачную обитель. Обращаюсь к разработчикам этой игры, теперь я ненавижу вас всей душой. Рад знакомству. Мое почтение, поверь. А здесь нету где включить свет? Теперь ему самый тайный страх стал явью. Бабайка, подойди ближе, мне слышно, что ты говоришь. Внезапно вспомнил, что мне надо бежать на важную встречу, пока. Просто хотел бы узнать, что там. Я вижу здесь, раз, два, две отсылки, ребята. Просто там, походу, еще что-то есть, ну, нам не показано. Ну, первая ссылка это у нас шлем мистера Чифа. Это из игры Halo. А дальше легендарный меч из игры Зельда. Тут знак, потому что Зельда три ромбика перевернутых. Ну, не ромбика, а три треугольничка. Да кто не знает мастера Чифа? И нет, если сейчас не оккультирно шоу с городом разума. Не стоит этого. Я тебе скажу, что в таком шлеме выполнял трюки на мотоцикле было бы очень круто. Русские идут. Извини, это из другой игры. Так, флаг. Ну, флаг я не знаю. Хотя... От него хитрее будет стояк. Бабайка, предложил, я пойду ближе к тени. Да. Нужно ли мне о чем-нибудь беспокоиться? Вовсе не стоит. Я с радостью позабочусь о твоей душе. Спасибо, что подал. Ее нужно и все. Вдыхается, сначала сделаем селфи. Ты сам объяснил, что ли? Так, подожди. Точная копия флага повстанцев из игры Metal Slug. Опа! Я не смог смотреть на него, слишком много воспоминаний. Metal Slug, это игра, я знаю, аркадка. Никак нет. У задротов тоже есть кодекс чести. О!
One of those old ragdolls people played with once upon a time. Тормочная кукла, с которой я раньше играла. В детстве моя бабушка бы все дала за эту куклу. It's so grim and wonderful that I can stay here staring at it for hours. What does the label say? Что тут в Берке? AB normal? Normal? AB normal! Подожди, normal, normal. Это ж у нас к этому отсылочка к ниндзя, черепашка, мозг, доктор... Normal. Осборн. Ой, блин, Осборн это ж вообще из Человека-паука. Этот. Ну вы поняли, ученый. It's so grim and... What does the label say? AB normal? Ну вы поняли, наконец-то я начал, что подарил тебе на день рождения. Ты можешь им только пользоваться хотя бы время от времени. Нет, не могу. А это будет самый умный разговор с начала этой игры. Осборн. Боже, как его... Стокман. Нет. Хотите я... Блин, не, я не хочу гуглить. Ладненько, погнали отсюда. Так, что здесь у нас? Раз отсылка, два отсылка. Еще мой муж на услышит. Ну, первая отсылка это кот из Алисы Страны Чудес, скорее всего. Дальше это, конечно, штурмовик. Обнимай меня, секси. А дальше у нас штурмовик из Властелин... Блять, что я уже несу? Обожаю, когда ты так делаешь. Из Звездных войн. Открыть, постучаться. Быстрее, в шкаф. Молодой штурмовик, ныне совершенно безнадежный. Чёртовы хипстеры. Тише, мой муж нас услышит. Послушай, я такой мусор никогда в себе не стену. Так ты находишь, что у тебя никогда нет с собой огнемета, когда он так нужен? Не стоит хвастаться размером своего члена, Гульфред брони у всех один и тот же. Так. Опа, еще отсылки, ребята. Блэк Джек, вот это я не хочу. Ли, скорее всего, это у нас отсылки к разрабам. Это я не отрицаю. Спранк. Ой, я могу ошибаться, конечно же, на что это отсылка. Либо это спрайт. Спрайт, скорее всего. Это у нас большой папочка из игры BioShock. Yesides, это у нас отсылка типа метла. Живая с ведром, это к старому мультфильму про Микки Мауса, который превратил... Который, короче, юзал магию и превратил вот метлу в живую. Окей, читай. Экспресс Курьер, 24 часа, 7 дней. Так, на курьера, 24 часа, 7 дней и неделя, да. Все посылки должны быть защищать от ударов и содержать посылки должно быть прописано снаружи коробки. Я могу покопать шкаф и отправить самого себя к Рональду. Горячая линия Рока. Говорящая, развратная и голландская. Кейв Джонсон's shower curtains. Занавски для души Кайва. 002456. Надеюсь, хотя бы это поможет. Галстук. Этот узор в горошке такой пошлый, мягко говоря. Be quiet, or my husband will hear us. Шапка. Ты знаешь о таких шестерных шутах, которые надеваются на голову при морозах? Прекрасно. Волосы? Знаете, мне уже вот с куклой и с волосами, мне кажется, что мы будем круто брать делать. За Рождеством заточено это, чтобы смешать тебе с грязью. Что? С рождения. Кракер. Крекер. Давай же, глупая птица, повторяй. Крекер! Ты безмозглое двуглавое животное, мои умственные способности намного превосходят твои. Что ты сказал? Крекер? Крекер! А, золотой диск стоит. Джелли Рок, Аурум Висселс, огромный хит тысячи года, продумал миллионы тиражей. Оставлю этот символ славы висеть здесь. Рядом нет ни одного проигрывателя от пластинок. Я бы спорил того молодого человека, насколько это сложно быть королем.
Подожди, что? Jelly Rock by Aaron Wisply. Королем. I love when you do that thing to me. Пикассо. He must have suffered. Должно быть, он попал в ужасную аварию. Ты говоришь о картине или о том фургоне, которым совершенно отлично, что? Okay, ладно, тут я плохо сильно переигрывал. Чучело из него выйдет отмена. How does it feel to be the main главным персонажем фильма Альмодовар? Пьяненький. Ну, он не очень хорошо выглядит. Я не хочу, чтобы мой свитер был весь. А, давайте постучимся. Можно войти? Уходи! Рональд тоже бесится, когда я стучу в дверь, как он в ванной. Не знаю, что они вечно ноют. Ладно. Подглянуть. Черт, опять кончилось. Блядь. Окей. Открыть. Я могу снять галстук с ручки, но это не меняет положение дел. Ладно, давай в эту дверь. Пипец, сколько здесь всего. Так, раз отсылка, два отсылка. Три отсылка. Так, я вижу три отсылки. Первое плотоядное растение, это у нас отсылка к... магазинчик монстров, скорее всего. Это у нас Веном. А потом деталька от этого, как он называется, Ведьмака. А дальше у нас есть изображение картины. А на самом деле здесь должны быть изображены часы, которые же расплавлены. Не помню, как она называется. Быстрый Джонни. Лучший межданский доставщик. Он даже кажется менее сонным, чем мне кажется. Самая незапратная жизнь в космосе. Должно быть, его считать совершенным героем. Современным. Я могу ошибаться, но это Чарли Чаплин, и я говорю, снова же, я могу ошибаться. What какие nice у тебя милые и острые зубки? So можно, пожалуйста, не есть меня? He was waiting for the Half-Life 3 release. Резал Half-Life 3. Right in the feels. Самое сердце. Что? He was waiting for он ждал релиза Half-Life. Right in the feels. Half-Life, блядь, это игра... про мужичка, который с этим сломом. Не, подожди, Айзек это Dead Space. Ну, короче, вы поняли. Listen, friend, слушай, друг, в этой игре есть место только для одного скелета. Ничего не говори, если ты крепко об этом пожалеешь. Okay? Хороший мальчик. Так, картина. Я точно не эксперт в военной деле. Я понимаю только, о чем учил сержант Хартман. You've seen too many Lupin ты смотрел слишком много Люпена что? You've seen too... Люпена 3, не знаю такого. Okay, that is так, это определенно не самая лучшая идея. So you can give ваша душа могуще принадлежит Иисусу, но ваша задница всегда будет принадлежать морскому пехоте. Писсуар. В виде гитары. Играй гитара соло своей мочой. Отличный способ высвободить свою внутреннюю юнца. Этот предмет нам совершенно не нужен. Именно в таких моментах я жалею, что у меня больше нет мочевого пузыря. Если же серьезно. Так, окей, ну в принципе больше отсылок здесь никаких не вижу. Блин, ну я бы сказал отсылка про кристалл, если б над ним был бы человечек. Или под ним. Без разницы. Хорошо. Так, у нас с вами заканчивается время, но мы все равно давайте еще тут полазим. Подожди, я могу смешать. Любовное письмо. Что тебе надо? Пойду-ка им. Цой, я могу тебе письмо дать? И это лучше не надо, чтобы способен? Так, ну блин, а я, в принципе,
акцент. Worse than mixing. I'd rather. Рупор. 28 days, 6 hours, 42 minutes, 12 seconds. А подождите, а чем у нас проблема была с этим? I wouldn't know how to Я не знаю, с этим делать. Ладно. I don't have the strength to counter still more stupidity with a witty reply. Предложение. А включателя здесь не вижу, в принципе. Так, ну, в принципе, больше отсылок здесь никаких не вижу. Я а что я могу предложить наверху? В принципе... А диктофона у нас нету. Why should I? И зачем? No, I may have removed the... Be quiet, or my husband will hear us. Даже может с ним что-то поврить, не говорится. Cracker. Come on. You... Долгий разговор, я понял. Cuddle me, hot stuff. Ну блин, ну в принципе здесь больше тоже ничего такого нет, но с дохера вещей с вами. Ладненько, давайте тогда, я думаю, на этом закончим. В следующей серии продолжим. У нас с вами по карте два места, куда мы отправимся. Либо пойдем на берег, либо пойдем сюда, где кусок луны, или что это, метеорит. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.